Сэр? Это я, Холл, из баскетбольной команды. Где мешок со снаряжением? Оторвался при раскрытии, рации с аккумулятором тоже. И мой тоже. Где-то там упал за деревьями. Ладно, давай за мной. Дождемся перезарядки. Пошел. Ты из роты Док? Из Эйбл, сэр. Кто-то из нас не в той зоне приземлился. Кажется, мы оба. А у вас оружие есть, сэр? Только нож. А ты радист? Так точно, сэр. Был радистом, пока рацию не потерял. Теперь меня за это убьют. Интересно, остальные тоже заблудились, как и мы? Мы не заблудились, рядовой. Мы в Нормандии. Кто идет? Лейтенант Уинтерс? Это вы? Оружие есть? Никак нет, сэр. При раскрытии мешок оторвался. Остался нож и взрывчатка. У ребят из 82-й хоть им один остались. Из 82-й? Куда же нас занесло? Сэр, я там знак видел. Написано «Сен-Мереглис». 7 километров от цели. 4 часа до начала высадки. Так что придется топать пешком. Пойдешь с нами, пока не найдем твою роту. Вперед! А куда мы идем? Плацдарм Юта. Впереди немцы, так что нужно расчистить нашим дорогу. А что мы сможем впятером? У этого раздолбая даже оружия нет. Не помню никаких рельсов вблизи точки назначения. Это запасная ветка, идет параллельно реке. Скоро увидим дорогу и мост. Откуда ты все знаешь? Карты изучал. Может, это поезд или... Молния! Гром! Лейтенант, это вы, сэр? Маларки? Так точно, сэр. Рады вас видеть, сэр. Привет, ребята. Все в порядке? Я тоже рад вас видеть. Гварнеры? Я. Идите с Холлом вперед. А кто тут Холл? Ждать моей команды.
Раненые есть? Никак нет, сэр. Прекратить огонь, Гварнере! Если в следующий раз я скажу ждать команду, будете ждать команду, сержант. Так точно, сэр. Держите, лейтенант. Прицельский. Че это с ним? Гонорея. Правда, что ли? Да погоняло у него такое. Гварнере, гонорея. Понятно. А кроме фамилии, из-за чего он бычит? Ладно, идем дальше. Есть. Соблюдать тишину. Кому нужен паёк или боеприпасы, самое время пополнится. Макдауэлл, ты в порядке? Так точно. Тогда пошли. Кораблей долго. Высадка началась. Давайте живее. Вовремя они. Ему рассказывай, ковбой. Вообще-то я Холл. Да кого колебет? Пошли. Вообще дело не в тебе. Его брат Маларки хлебало, завали, а? Его брата убили под кассино. Узнал прямо перед высадкой. Доброе утро, сэр. В штабе батальона вам будут рады. Где они? На ферме, сэр. Доброе утречко, парни. Как вам войнушка? Привет, Гарри. Роты Изи. Привет, Папай. Рад тебя видеть. Это рядовой Холл, рота Эйбл. Погоняла ковбой. Из Техаса, что ли? Нет, Манхэттен. Что происходит? Лейтенант Винтерс, из-за чего задержка? Толком не знаю, бьюсь в заклад, что из-за этого. Рад видеть тебя, Дик. Взаимно, Бак. Ну что там у нас? Ничего хорошего. 90% личного состава потерялось или убито. А что с Миханом? Его никто не видел. Если он не объявится, командовать ротой Изи будешь ты, верно? Где рота Изи? Ребята, где тут рота Изи? Лейтенанта Михана не видели? Пока нет. Майор Стрейер вызывает командира роты Изи. По твою душу, Дик. Пошли. Твою мать. А пулеметные гнезда? Где-то здесь, скорее всего. Точно не скажу. Вот тут артиллерия. Прямо и правее ярдов 300. Пройдете садами. Пушки стоят между нами и дорогой. Долбят по нашим ребятам на плацдарме Юта. Ваша рота справится? Так точно, сэр. Боюсь, они серьезно мешают высадке. Майор, в курсе, что вызов всего 12 человек? Нет. Артиллерия немцев замечена в поле дальше по шоссе. Майор Стрейер требует, чтобы мы заставили пушки замолчать. По крайней мере, две из тех, что видели, ведут огонь по плацдарму Юта-Бич. Скорее всего, здесь стоят третья и четвертая. Вдоль всей батареи идет траншея, набитая фрицами. Тылы прикрывают пулеметы. Под прикрытием наших пулеметов двинемся к ним группами по трое. И сколько там фрицев? Без понятия. Как это?
Липгот и Петти на первый пулемет. Леша Хендрикс второй. Кто остается? Комптон, Маларки, Той, Гуарнери. Ладно. Мы пойдем к пускам. Все поняли? Так точно, сэр. Ладно, собираемся, ребята. Оставляем все, кроме оружия и боеприпасов. У кого есть лишние боеприпасы, возьмите их тоже. Ладно, все слышали приказ. Вперед, вперед! Три пушки. Петти, продольный огонь. Пошли, не высовывайся. Пулеметный расчет. Я вызову их огонь на правую сторону грузовика, а ты с двумя бойцами зайдешь слева. Вперед. Есть. Бери Ренни, заходи справа, прикрывай. Лоррейн, бери пулемет. Заранее нашу позицию не выдавать. Пошел. Yes, sir. Себе везение, Джо. Куда тебя долбануло, папай? Задницу, сэр. Задницу? Сам доковыляешь? Думаю, да, сэр. Ладно, пошли. Раз, два, три. Папай! Лежать! Уинтерс, на час. Граната! Той! Уходи оттуда, уходи! Мать твою! Второй раз подряд! Гвардера, Маларки, Лары, тяните с пушкой! Вот вторая пушка. Сначала гранатами. Затем только вперед. Давайте. Ну
Они запутались, стреляют по третьей пушке. Надо взрывать эту, пока не поняли. Той, прикрывать лейтенанта. Сэр, я ищу штаб батальона. Ты издеваешься? Он там. Тут целый взвод фрицев. Больше, капитан. Помощь нужна. Нужны боеприпасы побольше. И взрывчатка. Леша, прикрывай. Третья пушка там. Лоррейн, бери колотушки за мной. Маларки, Холл, вперед. Маларки, вперед. Той, прикрывай. Прикрывай фронт. Все к пушке. Отходи! Уитер! Кестер сказал, вам нужны патроны. А можно мы попробуем взять четвертую пушку? Да ради бога! Вперед, рота Д! Порвем их к чертям собачьим! Это кто здесь? Зачем они повылезали из траншеи? Что он творит? Лоррейн, стой, за мной! Пошли, пошли, пошли! Сначала пулеметы! Отступить на прежние позиции! Остальные прикрывай! Все назад к расположению батальона! Мы уничтожили артиллерийские расчеты, сами пушки отступили. Еще там было три пулемета МГ-42 и четыре десятка фрицев. Четыре десятка? Так точно, сэр. Мы уничтожили порядка 20 солдат, и еще 40 осталось. Думаю, их можно добить с помощью артиллерии или минометов. Конечно. Сэр. Осторожно, не попади под траки. Классную машинку добыл, Никс. Прямиком с Юта Бич. Надо поскорее пустить их в дело, пока не поздно.
Операция по обезвреживанию немецкой батареи роты «Изи» вошла в учебники как блестящий пример захвата укрепленной позиции и до сих пор входит в программу подготовки военной академии в Вестпойнте.